Здорово. Значит, смотри, сегодня мы вновь поиграем в кастомку Dota 2, бат, вот так вот можно ее найти в игротеке. И по вашим комментариям под предыдущим видосом с Зевсом я увидел, что просили несколько человек об аддоне. Если хотите какого-то конкретного героя, то обязательно пишите в комментариях имя этого героя, либо же лайкайте просто коммент с героем, которого вы хотите увидеть в следующем видео. Ну а сегодня у нас, как вы поняли, аддон бессмертный в буквальном смысле. Ультимейт 0.5 кулдаунится, при этом длится 6 секунд. Ну, вы все поняли, вы все знаете, как это все будет выглядеть. Так что давайте, усаживаемся поудобнее и всем приятного просмотра. Друзья, у вас же наверняка в инвентаре доты завалялась куча ненужных вам итемов, которые продавать не особо хочется за копейки, но и толку от них нет. А что, если я вам покажу способ, как ненужные вещи можно превратить, например, в арканы? Смотрите, у наших друзей из Dotaloot добавили крутой режим, апгрейды. Все просто закидывайте обычную шмотку и улучшайте ее. А если ваш инвентарь вдруг пустует, то вы можете с легкостью это исправить. На сайте вас ждет увлекательное осеннее приключение с обновленными заданиями и улучшенными наградами. Например, по халявной аркане на каждом 15 уровне или гарантированный ДК-хук и другие довольно дорогие шмотки за полное прохождение. И это еще не все. За выполнение заданий вы будете лутать кучу бесплатных сундуков, ману, которую можно потратить на особую серию кейсов, и руны. Руны, кстати, будут поднимать вас в топе, откуда можно вытащить еще больше наград. Залетайте по ссылкам под видео уже прямо сейчас и проходите осеннее приключение, в котором вас уже ждут две бесплатные шмотки и промокод на дополнительные 15% к пополнению баланса. Как ты Абадона с рандома выбил? Это повезло, конечно. Не, у нас же тема такая, чтобы было более интересно для зрителей и постоянно разные герои, то вся команда рандомит. А так как видео записывается от моего лица, я выбираю героя, которого просят в комментариях. Не балансно вообще ни разу, но канал-то называется Имбашоу. Тут не про баланс. Ой-ой-ой, там сейчас просто до свидания. Ладно, давайте щиточками. Всем щиточки. Следующий. Найс. Почему еще никто не раскупил клариатки там в манго? А зачем? Ну я, кстати, клариатку себе, наверное, одну возьму. Ты сказал, что не скупил. Скупил. Сейчас возьмем сюда еще аркану. Клариатки и манго для слабаков. Соуринг. Затарился. Зачем ты столько хила? А, ну да, ты ж на рандоме. Кстати, у вас у всех же должны быть мангусики. О, это у нас Омник с Аганимом. А как вообще им выигрывать? Вопросик. Кстати, у них все этот физовики почти. Не, ну там как бы Верочка фикс ловит, Шогармак вечно в стане держит. Много чего. Ты, господи, вот это у него замах ужасный. Чего интересного нас ожидает в этой кастомке? Наверное, топорик тебе надо взять, да? Ты все, его не выпускаешь? Да не, пусть посидит. Мана закончился в этом. Мана есть. Опа. Я теперь пошел. Хорошо. Еще. 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 А, мне нужна мана. Я же могу домой летать. Ну ты, кстати, да. Блин, у меня мана закончилась. Ладно, давай стики привезем. Спасибо. Давайте все по ботлу купим, и будет фурион летать и рефрешить там их. А, не успел. Я-то продумал. Не успел. Слушайте, а у нас реально такой же классный шнырь-курьер на фурионе. Так, пацаны. Мне кажется, это идеальная тактика. Тихо. Подожди. Сейчас щиточек. Сейчас. Опа! Теперь сюда, мышь. Хорошо. Догон, не хочешь на ТБ? Опа! Все, до свидания. Так, мне нужен Аганим, да, получается? А че, почему нет КД вообще? У кого? Вообще никого. 0.5 кулдауны на все. Кастомка как называется? Ты приветствие вообще слушал сегодня? Нет, я имею в виду, что типа вообще когда нету, типа 0 секунд. У
У тебя 0 секунд. Наверное, показалось, наверное, показалось. Нет, у тебя если там 0, 0, 0, 5. Если есть талант на минус КД, то становится 0 секунд. Да. Шарды бесплатные, да? Шарды, да, на пятой минуте будет. Слушайте, а почему бы на третьей минуте не на Абадоне не прогуляться куда-нибудь под фонтан? Не знаю, зачем? Просто вот, потому что могу. Ладно, закончилось. А ты не подумал, что они могут купить сильвер? На третьей минуте? Ну, в целом. Ну, у меня уже 1004 из них вас. Уже сам можно нажимать. Пошли замесы. Не, ну в какой-то момент он-то, наверное, убьет меня, да? Шортин, наверное, да. Было близко. Мне надо, чтобы вы собрались тут. А как это произошло? А как это произошло? Точнее, что произошло? Живи, брат, живи. У нас Вен с Момом играет. Смотрите, смотрите, что умею. Отлично. Техника бесконтактного боя. Ну, я так и не понял, как он меня убил. И сюда. Сейчас буду с себя все говно снимать. Жесть, что творит. Смотри. Ладно, давайте на ХГ пока не заходим, ребят. Это так. Чисто по фану было заглянуть. Слушайте, а подо мной, получается, Варва какой-нибудь гипотетически может убить всю команду. Если да. Навесит нормально. Это будет очень жестко. Ману бы какую-нибудь сюда бесконечную, но это ж не в этот режим. Слушай, у тебя там урона должно ж быть по итогу неплохо тогда. Я так чисто побью вышку. Спасибо, друзья. Обращайся. Обращайся, больше не поможем. Долгу не оставишь. Очень много маны надо. Ладно, на хайграунд не иду. Давай вышку добьем. Вот это у тебя денег. Богатенький рич. А сколько у тебя фрагов уже? 11. Жесть. Так, а вопрос. Что сейчас с вышкой произошло? Она отрегенилась, крипы! Она отрегенилась очень жестко. А может кто-нибудь урон тут пойти пополучать? А ну, ТБ. Мне урон получать? Да. Ну под моей ультой ты ж будешь хилиться? Или как она работает? Ну, мне кажется, она должна бить тебя. Меня? Нет, выш получить. Подожди. А, увеличивает длительность во время действия, автоматически применяет способность мисков на союзники в радиусе 1200, когда они получат более 525 урона. Пошли под фонтан. Пойдем. А могу спушить так-то, пацаны? Ну давай, ладно, спушим. И просто пошли с ТБшкой заглянем быстренько под фонтан. Хотя не, ТБ. Уходи отсюда, уходи. Пошли на фуре. Чем я тебе не понравился, я не понял. Да ты бешеный. Так, рядом 1200. А, ты можешь туда просто прилететь. Да, хорош. Давай. Иди под фонтан, просто встань под фонтан. Что-то так тебе вышло. А почему? Ну, соломника гоним, да? Ну, круто. Я под фонтан. Ну, это понятно, но почему я не хилил так бешено его?
Или фонтан супер жесткий, потому что. Может, когда-то пол хп не работает? Подожди, еще раз. Во время действия автоматически применяет способность Мисс Койл на союзников в радиусе 1200, когда они получают урон. Хорошо, вот допустим. Я под ультой. А ну, Омник, не нажимай. Фура, выйди. Пусть тебя дамажат они, а не фонтан. Кидал. Там кайлы вылетали, но очень слабо хилит. Да я не дамажу, ну, меня убьет сейчас. Походу это, короче, шляпа не работает. Не, нормально. Делай. Ну, видишь, оно там отлетает, но так, слабовато. Да, пока слабовато. Ладно, мне нужна вот такая вот прекрасная вещь. Я могу всех убить. Не надо. Дай денег немного получить. Понял? Чуть-чуть поздно. Так, способность Мистко добавляет урон от атак, а также увеличивает базовое замедление. Урон от атак. Подожди, а... Именно урон от атак. То есть это надо рапиру мне покупать, да? Меня выпустят отсюда, интересно? Я, конечно, не подстрекатель, но я тут столько крипов настакал. Ой, а можешь перестать это делать, пожалуйста? Так, это мне не надо. Мне нужна рапира. Вот с рапирой, кстати, будет и правда весело. Чисто миско его накидывать. Они не дефают. Что-то... Дай им задефать, не гони. Не надо. Я не нажимаю. Надо. Надо рапиру где-то выформить. Денег там, кстати, сейчас просто миллиарды должны быть от этого количества крипов. Нейтралочки. Ну а потом такой. Скучноватый, я бы сказал. Не знаю, у меня варды бегают по всей карте. Borrow Time сжигает 85 здоровья в секунду. Ну давай. Зачем мне это, правда, надо, если у меня все равно без кулдауна? Опа, здорово. Так, а я тебя смогу, интересно, убить не под фонтаном? О, хорошо. Давай, Некрос, молодец. Догнал, хорошо. Так, а вот теперь давай проверим. Как это будет работать здесь? Где он? Там базовый урон или какой урон вылетает? По 300, слушайте, ну по идее должно нормально вылетать сейчас. Тут ворог стоит. Ладно, сейчас я его сам... О, нашелся. Чуть-чуть не дотягиваюсь. Сейчас я его... Опа! Хорошо. Ёлки. Так, давай проверим. Ну, вроде... Нормально дэмэдж вылетает. Рапира работает. Аганим, короче, зря был куплен, да? Ну, в целом, сейчас возьмешь талант на 25-м левый. Да, будет весело. Ого! Ого, там дэмэдж! Стой, не улетай! Сука!
Да, нужен талант определенно. И вот вот этих вот ребят буду прям очень весело сносить. Да ты надоел. Да пусть я тебя вытолкнул, чё ты? Блин, ну то, что у нас омник, это мне кажется прям очень нечестно. Так. Мне кажется, это фора для них. Посмотрим. У нас крипы стакаются, и они их 3 пачки забирают, фармят. Это хорошо. Ну да, такое. Так, мне кажется, еще одну рапиру. Нервы задаст. А зачем он мом покупает на Свена? У которого КД 0.5 на все скиллы. Я просто по всей карте иллюзии отправляю у него варды везде абсолютно. Вот Терра перейдет, Влад. Ай-яй-яй-яй-яй. Фура. Ты не смог. Где, да? Где вылыжи? На фонтане. Яндекс доставка, друзья. Неплохо. Поставьте 5 звезд, пожалуйста. А можно, пожалуйста, теперь маны немного? Сейчас будет. А где Дима? Чем мы найти его не могу? Вообще нигде не парим. Гафсал. Давай я ульту нажму, ты копию отправь на фонтан. Просветим. Что ты? А, понял. Остановил чисто маны дать. Ты что, мне бегал? Сейчас подфармим тут. Еще мана? А, понял. Так, слушай, а давай я тогда сделаю вот таким вот образом. Включи сборку. Ставь на фонтану. Слетаю домой. Вот это вот продать. Включить сборку. Да вот стун соберу, что мне. Но если его нигде нет, значит на фонтане стоит, логично же. Ну, эти говорят, а кого вы ищете? Сейчас поищем. Кого вы ищете? Стань, я ультанул. Я Диму ищу, я его убил уже раз, наверное, 10. Мне вот знаете, что интересно? Вот у меня шар добавляет урон от атаки, а также увеличивает базовое замедление от кусы. Будет ли добавляться урон от атаки хилу? Что, а ну, да? Кто-нибудь получите урон и подойдите ко мне. Мне вот интересно, сейчас, насколько я сильно вас отхилю. Мне кажется, это так не работает, ну, мало ли. Прям вот интересно. Здорово, Дима. Смотри. Нет! Дима на базе. Мы деревья сломали. Ну, давай. Так, пошли мы проверять. ТБ, перестаньте прожимать ульту этого. О, я ульту не нажимаю. Не-не-не, я про ультимейт. Омника. А ну и чё? Ну вот, насколько я сейчас буду хилить, не буду. Ну, чё-то хилю. Слабо, хилю, но хилю. Хилю, нормально хилишь. Не, нормально там хилишь. Это он тычку, не тычку, а сам нажимает. Не надо ульту омника. Там сейчас строн упадет. Ну, что-то да, какой-то отхил такой нормальный идет. Ульта. Офигеть. Это жестко. Ох, сколько тут фарма. Кошмар. Дима, стоп. А криты будут на это работать? Наверное, нет, да? Это ж не тычка вылетает. Я все помню. Вот теперь интересно. Давайте проверим. Допустим, я купил себе визуаль. Когда я кину... Господи, как у меня экран трясется. Дизоль работает! Критуешь? Дизоль сработал! Не, а подожди, а крит? Ну, дизоль вешается. Сейчас, подожди, сейчас, подожди. О!
Ой. Убили! Ой. Только обника все равно не пробьют. Да тут дело не в обнике. Не, там просто миллиард рапир. Ой, без ботинка теперь бегать. Продал ботинок на свою голову. Пошел я за рапирами. Я готов помочь тебе выбить твои рапиры. Захилишь их до смерти? Да. Давай. Или молотками закидаю. Я могу помочь тебе. Мы подождали. Засаду устроили, черти. У кого рапиры? Они вообще хоть куда-то их дели? А почему у тебя хп больше становится, меньше? Давай, пусть они тебя убивают. А, ты из этого? Омника. Ой, омника. Хилю, брат, хилю. Рапиры ты забирай. Ага, есть. Две есть. Вот и с критами я не понял, работает оно или нет. А где еще рапиры-то? Да, криты даже работают! Офигеть! Сейчас, подожди, надо тогда, получается, дизоль продать. Ребят, знаете, что я тут подумал? Смотрите, видите? Что? Она настакивается. А, неплохо. А. Фига ты меня хилишь! Это как уста. Так, а вопрос, будет ли работать БФ на эту тему? Да смотри, там криты сумасшедшие вылетают. Мне кажется, это тактика для турбо-пацанов. Да, у нас, друзья, если что, есть канал, называется Turbo Пацаны Dota 2. Можете посмотреть, ссылочка на него есть в описании. Смотрите. Как там больно. Что ты делаешь? Ну, у меня-то бесконечно. Мне-то 300 секунд, я понял. Блин, мне мана нужна. Опять что покупать. А если взять много БФов? Допустим. Ты рапиру в тайник выложил? Да. Я не знаю как. Почему Огр только что отсюда ушел живой и умер сразу? Ты их на фонтан гонишь. Так, меня опять убили. Испугала пацанов. Это работа для меня. Я пошел выбивать твои рапиры. Да они там и так лежат. Так, слушай, ну, если это работает на криты и на дизоль, то БФ, по идее, тоже будет. Но вопрос, сплэш откуда будет разлетаться? А где рапиры? Здесь лежат. Не было их. Выйдем. Что у нас тут происходит в вопросе? Пытается пушить. О, это же фарм! Это же много фарма! Вот где все деньги, оказывается. Вот здесь был здесь. Подожди, это все фигня. Мне вот интересно. Вот у меня есть 2 БФа. Давай, наверное, даже сделаем прикол ради 3 БФа. Умник, живи. А, 50 секунд, твою мышь! Ладно, пошел на ноги. Ну, допустим, вот просто крипы рядом. Да, сплэш вылетает. Ульту нажми, умник. Я прям очень хочу это записать в турбо, пацанах. А там же имба бэкдор протекшн. Вы должны просто крипов чуть-чуть отогнать. Нажимаем
нажимай ульту. Да сейчас я прилечу. Даже вот так вот можно сделать. В жопу криты. Три БФа. Там рядом два героя будет стоять или два юнита просто. Господи, это со своими... Вот, вот, рядом стоят, рядом. Не, маловато урона. А вот так вот прекрасно. А вот это прекрасно, много юнитов. Сейчас накидаю. Ну вот в чем проблема, в турбо-то не будет 20 големов. Ну как бы да, но тоже прикольно. Не, сплэш фигня. Официально заявляю. Наказал, в угол поставил. Так, а где мои рапиры? У Свена, что ли? А, вот они лежат. Да, вот так поярче, конечно, с уроном. Жестко. Ладно, давайте этот кошмар заканчивать. Ребята, молодцы. Омник, не жми ульту. Омник, не жми ульту. Не-не-не-не-не, пусть они закончат. Мы веселились. А они пусть почувствуют победку. Смогут ли они меня убить? Ну, по идее, смогут. О, смог, хорош. Дефает, пусть, короче, дефает один, этот, один Кирюха. Кирилл. Да. Заебись. Давай, давай. Заебись. Я этого доволен. Зря ты это сказал, если честно. У него Сандер бесконечный, зря ты это сказал. Не, ну посмотрим, может они вчетвером смогут его убить. Лучше бы дефал один я. Без ульты хотя бы. Ты не зайдешь на балк. Не, ну мешать-то мне не надо. Не надо тебе заходить на базу. Они сейчас в вечном контроле просто будут держать. Ты дефаешь, а не сносишь. Ну так уже поздно. Иди дефай. Пусть пытается камбэкнуть. Все по-честному. Дота так и выигрывает. На сплит пуше. Кто сможет? Нет, так ты чего мешаешь? Зачем? Может, и я помешаю. Нет. Кто быстрее нажал? Это неинтересно так. Они выиграли, они выиграли. Омник! Ладно, не, это заслуженная победа Свена, Верки, Варока и Огра. Ну что, просили Абадона, пожалуйста, получите, распишитесь. Надеюсь, что видео вам в такого формат понравилось. Вы поддержите его обязательно лайкусиком, а также подпиской на канал. Но не забывайте, если хотите больше имбанутости, а в качестве еще и контента предлагаем вам различные веселые сборочки в Турбо, то по ссылочке в описании этого видео вы можете найти наш второй канал Турбо, пацаны. Самый народный канал на просторах Ютуба по Dota 2. Ждем вас всех там, увидимся в следующих видео. Пока-пока.